У нас, вот ты понимаешь, евреи все время пили какой тост, будучи в изгнании? Они всегда пили следующий год в Год в Иерусалиме. Иерусалиме. Вот этот тост на будущее. А мы всегда что пили? 18 лет геноциду, 20 лет геноциду, 100 лет геноциду. Вот разница, И друг. стоя за наших погибших. Да. Вот преклоняемся перед погибшими. Но давайте смотреть в будущее. Я бы пила тост следующий год на берегу нашего моря. Конкретно и реально. И давайте думать, как нам добиться, чтобы у нас А было наше море, море это какое? которое мы сделаем, которое станет нашим морем. 100 лет назад армян бы спросили, они бы сказали, никогда Армения страна быть не может. Тысячелетия у нас нет. А она стала. Значит, можно поставить целью? Мир меняется так, что ты не знаешь, где завтра, куда ты пойдешь и где твой хвост будет. Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые? Вы что, совсем тупые?